конечно, может быть, не самая крутая идея все это дело здесь заснять, тем более практически ночью. Но в реале до поезда у меня есть всего лишь минут 50 максимально, чтобы вот здесь вот немножечко побыть. И в расчете, что я примерно за 40 минут отсюда вернусь, то есть до поезда у меня в сумме 1:30. Вот на этом всем я отсюда точно не уеду, потому что это все не ездит в такое время. Особенно учитывая, что сегодня пятница. Хотя, казалось бы, да? Вот, поэтому сейчас будет снято видео. И как вы можете нетрудно догадаться, не нетрудно догадаться, а вы можете нетрудно догадаться, это видео уже снимается. Где оно будет снято? На Инзельштадте, куда, в общем-то, мы только что зашли. Почему так называется? Потому что Инзель, остров, да, это то место города в Ратцебурге, где, можно сказать, собралось все самое-самое сочное. Там у нас Ратцебургезе, которая по границам административным входит полностью в черту, скажем так, да, этого всего города Ратцебурга. Напомню, город находится между Любеком и на севере и Люнебургом на западе, на юге, на западе. Ну да, потому что мы, в принципе, сейчас, да, на западе Германии. Окей. И, в общем-то, можно сказать, что и Гамбург здесь недалеко. Но по железной дороге, а не на машине или просто по автодороге, да, вы можете здесь скорее доехать либо, как нетрудно догадаться, до Люнебурга и далее до Гамбурга, либо, как я уже сказал, до Любека. И дальше до Гамбурга. Ну или, если вам охота на море, не на Ратцебургское, а на другое, то можете поехать до Любек-Травемюндестранд. Да? Сейчас же мы пройдемся вот здесь с целью, ну не знаю, посмотреть вот эту вот тему. Вот там есть сейчас кепка Амстердам, да? Заметно, да, было? Так вот, мне сейчас в некотором роде это чуть-чуть напоминает Амстердам. Может быть, потому что это все, ну, как бы все вокруг воды, да? Точнее, вода в данном случае вокруг этого всего. Вот как-то так. А что касается Амстердама, ну, вы знаете, что значительная часть города, я бы не сказал, что прям больше, но очень значительная и уж точно самая центральная, она находится как раз-таки на местности вообще полностью испещренной каналами. Да-да, теми самыми, которые есть в Питере, в Гамбурге. Кстати, в Гамбурге их гораздо больше, чем в Амстердаме и чем в Питере. И тем не менее, если мы говорим про каналы, то как раз-таки Амстердам, Гамбург, Питер, ну и в некотором роде уж, наверное, да, Венеция. Вот это вот одни из самых таких известных и мощных, больших городов, которые могут как раз-таки похвастать каналами. Здесь же мы как бы и не видим каналов, но мы видим море. И где это море? Я думаю, мы сейчас до него дойдем, хотя я его только что проходил. А, то есть оно здесь везде. И кроме Ратцебургезе, море, озеро, в данном случае даже и так корректно. Наверное, озеро более корректно сказать, но опять-таки Зе переводится и как море, и как озеро. То чуть-чуть там, в сторону, назовем это так, ну, условно, востока, есть еще дом Зе. А так как дом по-немецки это приблизительно что-то связанное с, ну, церковной темой, ну, как бы, ну, вот так. Тем более здесь историческая часть города, она обязана, как и историческая часть любого немецкого города, иметь массу всяких разных церквей. Где-то больше, где-то меньше, но вряд ли одна это будет, даже в небольшом городке. Ну и потом Ратцебург — это не самый-самый маленький город, надо понимать. Видно, что мы на какую-то площадь особенную вышли. То есть, в среднем сказать, что какой-нибудь 50-тысячный город, или уж тем более 100-тысячный город, он, конечно, мощнее, чем 20-тысячный. И касаемо тоже
главных площадей или главных церквей, что, в общем-то, тоже можно так сказать. Вот. Ну, ничего особенного, например, в Гамбурге, понятно, все гораздо мощнее, но тем не менее, идея главная вообще, в принципе, городов Германии, ну, как может быть, и всей Европы, я бы не стал, конечно, за всю Европу говорить, но тем не менее, идея такова, я много раз уже об этом говорил, что в Германии не обязательно быть в каком-то огромном городе, чтобы ощутить, ну, всю мощь чего-либо, да? То есть даже в небольших городках, в общем-то, все достаточно круто. Что мы увидим по красному флагу? Конечно же, Турцию. Почему мы это видим? Кстати, номер Любекский, а не Ратцеберский. Ратцеберский — это РЦ, ПИ — это тут Пиннеберг. Так вот, потому что Турция сейчас пока еще не вылетела из чемпионата Европы. А представьте, если она вообще не вылетит. Но в таком случае она станет чемпионом. На данный момент она прошла из 32 команд в 16. То есть в 1/8 финала. И поэтому еще разумно на капотах вот такие вот флаги вывешивать. Я видел такие немецкие и, пожалуй, все. Турецкие и немецкие. На окнах, да, видел итальянские, румынские. Ну, пока Польша не вылетела, даже польский видел, понятное дело. В общем, чемпионат Европы, он как бы в самом разгаре на момент. Вот сейчас, 28 июня, когда это видео снято. Завтра, в субботу, 29 июня, будут матчи новые. По-моему, Италия будет играть с Швейцарией, Германия с Данией. Это будет, конечно, мощно. Вот. Дом Шпиль Халле. Опа, дом. Что здесь рядом везде дом Зе. В принципе, на этом можно видео закончить. Я показал кое-что из Ратцеберга. Я показал некий настрой. То есть вы видели здание, вы видели что-то. Вы слышали всякую чушь от меня. Хотя, может, для кого-то что-то показалось не чушью. То есть, когда человек что-то говорит, хотелось бы, чтобы он информативное что-то говорил. Ну и соответствующие картинки. Я надеюсь, что так оно примерно где-то и было. Но, кстати, куда я именно иду, я не знаю. И у меня очень мало времени, чтобы вернуться назад. Потому что, условно говоря, ночевать я здесь точно не собираюсь. Вот. Но я вот иду, наверное, в сторону запада. В надежде еще море немножко снять. Если это не получится, как бы и ладно. Если получится, то вау. Почему именно здесь я выбрал завернуть? Я думаю, там была главная площадь города. Или, по крайней мере, Инзельштадта. Поэтому я решил там завернуть. Мог бы, кстати, там же завернуть в другую часть города. Давайте вот, не знаю, вот здесь вот что ли, да, вот кусочек моря, да? Туда даже можно спуститься и так далее, но я этого делать не буду. Я это сделаю, кстати, Инзельрундфарт. То есть, в принципе, логично там спуститься. Но я это сделаю вот здесь, потому что мне нравится вот та вот особенная штука. Я прям ощущаю, что она особенная. Сейчас, как вы знаете, по всему миру, особенно в северном полушарии, возможно, сейчас глупость говорю, тем не менее, 22 июня и плюс-минус, ну, давайте возьмем 5 дней, это самые длинные дни в году. Длинные, правильно сказать, световые дни. И поэтому сейчас вот темнеет, темнеет за полночь, да, темнеет намного позже, чем когда-либо, особенно уж зимой. Поэтому я такой думаю, надо использовать момент. Надо использовать момент и выйти, и немножко поснимать то, где я не был, но то, что рядом. Я уверен, что где-то здесь есть либо крепости, либо замки. А ничего про это не читал, и, в общем-то, от этого я более богат не буду, наверное, мыслями. А вот посмотреть какие-то виды, даже если они на что-то еще сильно похожее или в Германии все относительно одинаково, тем не менее, всегда можно найти что-то интересное. Я прям это почти в каждом видео говорю, более или менее длинным. Не устаю, говорю. Ну вот смотрите, я не зря сюда пришел, да? Пришел, да, наугад Крайсмузеум. Что такое Крайсмузеум? Ну, наверное, нетрудно догадаться, что есть такой Крайсрацвилк или что-то около, да? То есть округ и
музей, можно сказать, либо общины, хотя это геленде, да, община, либо вот как раз-таки, ну, какого-то округа, который может быть, кстати, одноименным с городом главным, который этот округ составляет, и еще вокруг него что-то там немножко, это тоже может входить в Крайс. По-русски, в принципе, это можно назвать, ну, в данном случае, районом. Не как район города Штаталь, да? А как, например, вот есть город, и вокруг него есть какие-нибудь либо села, либо городки, которые тоже входят, можно сказать, во влияние по названию этого города. Вот. Ну, например, условно в Красноярске есть, около Красноярска, там всякие разные, Сухобузимский район, там какой-нибудь, не знаю, Качинский район, Ачинский, кстати, район. И вот Ачинский как раз-таки, это значит Ачинск плюс что-то там, да, рядом. Так и здесь. Но Красноярская группа районов, она тоже возможна. То есть, например, там ближайший к Красноярску есть, я знаю точно, Березовский, да? Это Березовка, опять-таки, плюс. Там же не только Березовка. Ну и так далее. Я думаю, здесь не везде можно пройти. Там вот какие-то есть заборчики. Постоянно в Германии, ну, впрочем, я бы, наверное, сказал, даже и в России тоже постоянно идут какие-то ремонты. Ну, определенно это какой-то замок, да? Определенно здесь как-то немножко неуютно идти. Особенно зная, что если ты сейчас не уедешь вскоре домой, то потом будет очень неудобно уезжать. Прямо супер неудобно. Такое ощущение, что я здесь вот сейчас сниму чуть-чуть и уже пойду. Не просто пойду, а, наверное, побегу. Наверное, побегу. Ух, какой здесь дух старины. Как будто бы, знаете, как вы понимаете, когда были крепости раньше, в прямом их использовании по назначению, или по прямому назначению в их использовании, то, конечно, они могли быть использованы, сами понимаете, как, да? И вот когда ты идешь вот, и вот, вот, вот оно, да, это, конечно, впечатляет. Блин, ну где уже, куда пройти-то, я не знаю. Еще сейчас стемнеет супер скоро. Кстати, на картинке видео темнота передается несколько по-иному. То есть кажется, что чуть посветлее, чем на самом деле. Это тоже интересный момент. Возможно, эта камера всегда подстраивается под темноту. В общем, моя задача была дойти до какой-нибудь точки моря, ну, то есть соприкосновения острова с морем в любой точке. И как бы на этом все. Я даже не буду выходить на специальный там мост, потому что это слишком далеко, учитывая, что у меня времени нет. Но вот смотрите. Тем не менее, я ставил какую-то легкую задачу, и, можно сказать, я ее, конечно же, выполнил. На этом мы видео закончим. Практически. Оба, Зеглер. Это, по-моему, парус переводится. То есть парусный клуб. Или клуб парусников, что более аутентично по-русски. То есть Ратцебургский клуб парусников. И, похоже, я недаром сюда пришел. Зацените. Ну, вообще, везде есть такая тема. Я на пирс уже заходить не буду. Ну, вода и вода, да, казалось бы. Ну да. Кстати, возможно, это дом Зея. Теперь я иду обратно. Я выключаю сейчас телефон. И давайте, друзья, я вам дал возможность чуть-чуть посмотреть на небольшую часть Ратцебурга. Правда, учитывая небольшие размеры этого города, эта часть, наверное, оказалась, ну, такой относительно значительной. Все, пока. Подписывайтесь, это разумеется. Вы можете не подписывайтесь. Как говорится на известном канале, управляйте своей жизнью сами. Лайки. Не знаю. Но если прям супер понравилось, окей.
Или я вам сильно нравлюсь. Окей. А так, лайки зачем? Вот. А еще у меня миллиард видео про другие города, и не только шорцы. Очень рекомендую их посмотреть.